За трое суток до дня голосования на каждый избирательный участок заступили полицейские. Непосредственно в день выборов количество правоохранителей было увеличено вдвое. Всего в охране избирательных участков были задействованы 102 сотрудника органов внутренних дел. При этом количество нарядов, согласно плану единой дислокации, осталось неизменным, поясняют полицейские. Частям происшествий допущено не было, каких-либо ЧП, преступлений, либо административных происшествий, связанных с выборами, также допущено не было. 55 сотрудников Госпожнадзора и 5-го отряда Федеральной противопожарной службы в период выборов также осуществляли дежурство на избирательных участках. Перед открытием избирательных участков помещения были осмотрены на предмет соблюдения их требований пожарной безопасности, проверялись пути эвакуации, отопительная система, электроосветительная сеть, а также наличие исправности автоматической пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения, огнетушителей. С представителями участковой избирательной комиссии проводились инструктажи о соблюдении правил противопожарного режима. Предпринятые меры безопасности позволили не допустить чрезвычайных происшествий и нарушения правопорядка на избирательных участках. Андрей Жилин, Максим Колосов, новости провинции.